я был в Мариинском театре. Ну и так, значит, все было чинно, благородно, потому что опера была классическая, все было довольно нудно. И вдруг у кого-то сработал телефон мобильный. Иначе какая-то там эта труба вдула как раз вот это все. Ну какая, известно какая. Ну да, ну финал из Сочи. И оживился весь зал, значит. Такие все сидели, значит, чинно кивали, значит. А тут все как-то встрепенулись, и пока он не отдудел практически все это, дама, она не смогла найти его, как-то его заткнуть. После этого, значит, все затихло, и там опять продолжалось, значит, опустилось все в такую классику тихую. Скажите, пожалуйста... Ну, Николай Иванович, я не люблю ваших шуток. Маман, скажите ему. Начали на запись музыки к фильму «Инспектор Гул». И вот тогда я впервые познакомился с Артемьевым. Я сразу не мог его называть Лешей, он только разрешает только друзьям своим называть его Лешей. Вот, тогда он был Эльдаром Николаевичем. Ну, вот электронщик, да, такой человек нового звучания, всегда так представлялся. А потом вдруг я попадаю на запись с ним картины «Три года». Это картина Левшина,
Я тогда впервые, по Чехову. Да, я тогда впервые познакомился с Артемием Симфонистом. И был не просто убит, а был просто вот раздавлен. А почему Леша, вы можете сказать? А это пусть он сам расскажет. Я родился в Новосибирске. Потом, когда мы вернулись в Москву, бабушка меня посмотрела. И когда спросила, как его зовут, значит, он говорит, Эдик. А что, еще были деревянные дома, это был 45-й год, война кончилась. И в этом дворе еще жил, вернее, один чиновник еще царского времени с собачкой. Ходил такой печальный, как мне рассказывали. И собачку звали Эдик. И бабушке это все сразу никак не уложилось в голове. Она просто... А в этот день был день Алексея Божий Человек. Она говорит, будет Алексей Божий Человек. Все. Потому что у меня крещенное имя Алексей. Все я так, с друзьями меня знают, как Алексей. Да, такое же развлечение, когда ему звоню, говорю, Эдик, такая пауза сразу, долгая. Да, да, да. Говори до поздней ночи, говори со мной, как погаснут все фонари. Говори, о чем захочешь, в тишине ночной. Говори со мной, говори. Сегодня снова этот путь вдвоем, в городке твоем назови. Повтори мне слово в слово, что должна сказать. Повтори опять, повтори. Тот счастливый день за час, за час. Подари мне дворик тесный и январский сад, где с утра сидят снегири. Подари мне эту песню, свет в твоем окне. Подари ты мне, подари. И простор морской, и лес снегу, я подарок твой сберечь смогу. Говори до поздней ночи, говори со мной, как погаснут все фонари. Говори, о чем захочешь, в тишине ночной. Говори со мной, говори. Сыграл огромную роль вот в кино моей истории, эпопее или судьбе Самсон Иосифович Самсонов.
Однажды после какой-то записи он говорит: Леша, пойдем мне в кабинет, мне нужно с тобой поговорить. Вдруг я помню, сейчас иначе он скажет, что расстанемся, ты не хочешь. Что... Он говорит: пойми, режиссер – это единственный человек, который знает, что он хочет снять. Вы всем мне должны помогать, я не все делаю на себя. Ты здесь со своей музыкой, оператор, актеры все свое, да осветитель еще вмешивается, не тот свет, не так надо ставить. Понимаешь, вы же терзаете меня, ничего не получится никогда. Я один знаю, что нужно, слушай меня внимательно. Будешь меня слушаться, будешь работать в Голливуде, иначе так даже в Бердичеве твоя музыка никому будет не нужна. Да, он мне сказал, это не зависит от класса режиссера, от его знаний, образованности, таланта. Это правило. Он, если ему доверил, он знает, что он хочет. И вас сейчас ведет. Ну, в пропасть иногда. Это на вершину. Вот там... Хорошо бы здесь надписи такой придумать. По-моему, это излишнее. Что-что? Напишу.
обращаюсь к режиссерам, но, кстати, Кончаловский, вот с ним мне всегда было сложно, потому что я с ним учился в одно время вместе с консерваторией, но там не были почти знакомы. То есть я тогда его знал, знаменитый сын Михалкова, там все гудели, особенно девицы там, все с ума сошли просто. Он прекрасно образованный просто музыкант, и играет он недурно весьма. Надо сказать, что на третьем курсе играл Стравинского «Тарадам-т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 ар
Да, да. И вот эта вот его образованность музыкальная была для меня очень не нужна просто. Я немножко перебиваю, но вот совсем недавно один режиссер пришел что-то записывать, говорит, а мы с вами 20 лет назад познакомились. Я говорю, вы знаете, простите ради бога. Ну, я понимаю, говорит, но вы мне запомнились навсегда. Я говорю, почему? А потому что, когда я вам сказал, что я ничего не понимаю музыку, вы сказали, это замечательно. Вот, вот, да. Thank you.
замыкаясь только в симфонической музыке, я себя чувствую, чем-то я себя как бы обкрадываю, что ли. Мне всегда не хватает вот шумов, электроники или группы, где энергия такая, как нигде не может быть просто пока. Может быть, это еще будет в других жанрах и стилях. Я думаю, что ты приложил те усилия, чтобы обогатить оркестр именно звучанием электрогитары, бас-гитары. Сольной, да. Да, сольным. Я думаю, что это вот многие пойдут по этому пути. Я по молодости считал, что когда появилась электроника, я в нее так глубоко погрузился, я считал, что все, теперь вся музыка станет частным случаем электроники. Ну, там что-то электронное, а это вот так, можно это. Пока однажды, меня как бы открылось, я все к этому шел, что оркестр будет всегда, потому что даже в оркестре там 120 живых душ, бессмертных, своей энергией. Это нельзя эмулировать ничем. Ну, в общем, ближайшие лет 300 точно это. Кстати, вот, например, на «Оскаре» не рассматривается вот сочинение, которое делается только на синтезатор. Правильно. Только оркестр. Правильно. Да. Так и должно быть. Thank you.
феномене Никиты Михалкова. Он же обладает еще такими экстрасенсорными явно данными. Режиссеры все рассказывают, что нужно, интересно, все. А Никита просто тебя внедряет в свою душу просто, да. Вот это, и по-другому никак нельзя. И у меня был случай, когда однажды до записи осталось 5 дней, потому что Никита как-то выезжал, потом приехал, говорит, сыграй. Я сыграю. Он говорит, это старина, совершенно не годится. Я говорю, а как же, это же запись назначена. Не знаю, не знаю. Я говорю, тогда так, приезжай ко мне домой, вот сейчас вместе будем сочинять что-то. Я говорю, я не знаю, как это сделать. Дальше вот сели там пианино, за пианином, я слышал, не было. Он говорит, ну что-нибудь играй. Вот это вот там та-да-ра-та. Я говорю, ну это что, здесь ничего нет. Ну, си-до-си-ми-со-си-ва-ва. Я говорю, даже пошлятил, я не могу это. Не твое дело, давайте. Ну, так, ну, я всем говорю, что я больше не писать не буду. Но это буквально вот так под руководством выжили все. Вдруг она получилась, да? Сейчас гуляет такая даже вот цитата твоя якобы о том, что эта музыка написана Михалковым с помощью меня. Да-да, это был разговор в студии как раз. Ну да. В самом конце приехала Надежда. Надя? Да. Дочка. Угу. Дочка. Они когда вдвоем поют. Надя там мимо нот поет. Угу. Это очень трогательно все. Угу. Ой. И потом она, значит, отцу говорит, папа, какую ты хорошую музыку написал. Значит, я говорю, Миша, я говорю, Надя, это твой папа написал мной. Говорят дельфины, говорят, говорят и вправду говорят, как блестят на солнце спины, это к нам плывут дельфины. Вот сейчас они заговорят. Нам с волны, мы им тоже улыбались, но они не догадались, что заговорить они должны. Просто мы поторопились, просто не разговорились, но они еще заговорят. Среды, тела быстро теряют энергию. Но нахождение вблизи источника тепла позволяет телу получать тепловое излучение. Происходит самопроизвольное перераспределение тепла. Следовательно, когда источники тепла находятся вместе, их энергия побеждает холод. Лучшее создается вместе. Газпромбанк.
вот мы снимали на этом концерте из «Соляриса» этот эпизод. Ну, я сам, я когда его играю, слушай, вот я уношусь туда, понимаешь? Мы так и сыграли, просто незабываемо. Ну, как умеем, так и играем. Что случилось такое необычайное? Я просто да сам... ничего, ну просто это, очень... Ну, вот очень я, просто, произошло. Я просто очень люблю твою музыку, вот и все, что спасибо. Я могу тебе сказать. Да на здоровье, да. Я, кстати, давно это понял, еще в молодые годы, может, даже в юные, что мне ничего нельзя предпринимать. Потому что, когда я что-то предпринимаю, я все получаю по балде, что называется. Все время прямо, вот, прямо железно. Что-то так с идеей, все, бац. Тогда я понял, что надо идти, как тебя ведет судьба. И вот, а пример можно? Ну, вот то, что я с вами пережил, сижу с вами, автор там многих десятков фильмов, вот это есть. То есть я почти никогда не отказывался от работы. Сначала по безденежью, а потом просто вот понимая, что вот это что-то такое нужное. Да. Ну, были случаи отказа. В основном я включался. Иногда просто из последних сил. Ну, я включался, да. Памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам. Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам.
уже зовет меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. О, это час. Это детство дым. Между нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Видно это и смешно, но так легко моим плечам. К началу дня несет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан. Не дано, но так легко моим плечам. К началу дня несет меня мой дельтаплан.